Бывший ИНЯС, а ныне факультет Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, увековечил имя одного из своих основателей. Мемориальная доска посвящена Николаю Павловичу Карпову. Фронтовик, кандидат филологических наук. Именно при нем был построен учебный корпус на улице Чкалова, созданы студенческие общежития, в институте появился свой ученый совет. Открывал памятный знак исполняющий обязанности ректора Иркутского государственного университета Игорь Бычков. После, на встрече выпускников, он поздравил коллектив факультета 70-летием со дня образования института и со столетием университета, в состав которого теперь входит ИНЯС. Я поздравляю вас всех с этим замечательным праздником, 70-летием со дня образования форпоста лингвистического образования в Сибири. 94% сегодняшних преподавателей, учителей иностранного языка – это выпускники вашего университета, вашего института. Ну и вы сегодня совершенно по-другому вносите свой вклад в развитие и обучение русскому языку огромного количества иностранных студентов, преподавание других языков, основу филологии, основу лингвистики. Я благодарен вам за ваш нелегкий труд. Очень надеюсь на то, что и дальнейшие успехи института будут продолжаться вместе с вами в рамках нашего Иркутского государственного университета. Участникам встречи были вручены грамоты и благодарственные письма от администрации вуза. А на концерте творческие коллективы показали свои лучшие номера.